беспроводные наушники с необычным дизайном. Сегодня в видео наушники Xiaomi Mi True Wireless AirPhones 2 Basic. Комплектация. Зарядный кейс, наушники, кабель для зарядки Type-C, документация. Немного о форм-факторе. Это вкладыши с довольно массивными выпирающими ножками. Данная модель не имеет амбушюр, поэтому повлиять на посадку в ушной раковине не получится. Каждый наушник оснащен сенсорной зоной. Двойное касание на левом наушнике запускает голосового помощника. Двойное касание на правом воспроизводит и ставит на паузу музыку. Также с помощью двойного касания можно отвечать на звонки. Стоит отметить, что музыка ставится на паузу, если вынуть любой наушник из уха. Функции переключения трека и регулировки громкости тут нет. И закончим на автономности. Одного заряда хватит на 5 часов работы. Вместе с кейсом 20 часов. Подведем итог. Xiaomi Mi True Wireless AirPhones 2 Basic – это простые беспроводные наушники с необычным дизайном. В силу того, что наушники не имеют амбушюр, рекомендуется проверить их на комфортную посадку в ухе, так как не всем может подойти такой вариант наушников.